полтора градуса тепла. Но сильный ветер. Маленькая машинка, вот проехали водитель с включенным двигателем. Пьет кофе. Так, Невер, 1055 километров. Якутск, 115 налево. Но это за спиной будет. Запас топлива на 480 километров. На противоположной стороне еще одна. Не знаю, что там такое. Не заправка это. Ладно, я имею 10 литров бензина. Еще.
четверти бака, то это идет нормально. Заправки. Вчера проехал совсем ничего, всего ничего, потому что вот он пил кофе. Все основное время это потратил на то, чтобы побывать в Якутске. Зашел в буфет вчера сырники взять. Ну, рассчитываешь, как всегда, что они
по домашнему приготовлению, как дома. Вот такие же вкусные. Но все оказалось совсем не так. А я еще, ну, как бы с велодухи 3 порции взял сырников. И доедал уже через силу. Ну, жалко добро бросать. Я добром это можно назвать с натяжкой. С утра заварил кофе. Кофе в меру горячий.
впереди подозрительный участок. Это или латка лежит, или тут асфальт сняли. Чего же я проехал-то, блин? Безобразно, ребята, вы работаете здесь. Можно было бы и знаки поставить аккуратно, нормально. И оградить участок. Потому что ночью влететь на скорости 80-90 вот в такой ямочный участок, это очень-очень плохо. Нужно колеса пробить. Отвратительно работаете, ребята. Отвратительно. Участок. Или сделали ремонт, или будут делать ремонт. Можно определить только близко, но с дальнего расстояния
Короче, как бы я ни критиковал, трасса Лена стала гораздо лучше по сравнению с тем, что было, ну, когда я проезжал здесь, сколько там, 3-4 года назад. Вот с левой стороны темный участок, или уже сделали, провели ямочный ремонт. Да, провели. Не ямочный, тут сверху положили сантиметров 5 асфальта. Я по числам посмотрел, стартовал примерно по нулям московского времени, то есть в Москве полночь, а здесь разница 6 часов. Такие нежданчики, вроде бы ямочный ремонт сделали, все, ну вот посмотрим, какие могут быть засады. Но с левой стороны, ну тут тоже закрыли. Ехал в Магадан, они были, если не изменяет память, еще не заасфальтированы. Невысокие сопки.
поселки заезжать и в маленькие города на трассе Лена не буду, потому что вот если в Якутске такие разбитые, раздолбанные дороги, то мне это не очень нравится. И это мне не очень нравится. И думаю, что вот в других городах, поселках, дороги не лучше, а даже хуже. Так, вот он прошел, предупредил, по-моему. Молодец. Засада. Если за это все равно спасибо. Рассчитывал заночевать вот то место, о котором говорил. Полагал душ принять там, что такое, но не получилось.
узнают. Ямочных ремонтов не бывают, довольно грубые, но сейчас проходим мягко. Большое количество шлаков.
якутском языке, но вы знаете, как относится Ютуб к музыкальным композициям чужим. Назад мне сказали, что на горных перевалах от Расселена уже снег. Если это так, то у меня резина летняя. Ну, может быть, выпадал или утром был небольшой там снежок или лед. Но думаю, днем он растаял. Сейчас показываю температуру 1 градус тепла. Сейчас я остановлюсь, чтобы включить боковую камеру. Так, где она у меня? Ловит спутники. Пошла запись, посмотрим. Вроде пишет нормально. Стороны. С правой стороны камеру поставил. Надеюсь, сделать видео не только трассы, но и, насколько это будет возможно, видовой фильм. С боковой камерой. Тем более там перевалы. Вид, конечно, потрясающий. Ну,
Ну, наверное, не совсем удачно выбрал правую сторону, потому что там солнце восходит. Если будет засветка, то перенесу налево. Облачность еще довольно-таки плотная, но что-то мне подсказывает, что солнце будет яркое. Обращаю внимание на следы торможения на асфальте. Это так называемые нежданчики. Не ждешь, когда вдруг бабах, колдобина. Сегодня, по-моему, 19 число. Не помню, вчера смотрел. Не обратил внимания на какое число. Знаю, что 31 день движения. Я смотрю на качество ямочного ремонта, но оценка ниже среднего.
50, кажется. Светло было, можно было бы часа два ехать, но прошел бы я 150, ну 200 километров, ну, а потом темень, и что бы я снял? Предпочел часа на два раньше остановиться на привал. Проехал 31 километр. Вот если еще на расстоянии примерно 100-120 километров не будет места для привала, значит поступил правильно. Если будет,
значит, лоханулся. Все-таки в Якутии и на Колыме Яндекс.Навигатор работает отвратительно. Самым, что ни есть, отвратительным способом. Даже пользующаяся большой популярностью навигационная система Map.me уже такую там чушь несла. Постоянно пыталась меня куда-то увести в сторону, ну, по всей вероятности, по старому маршруту. Какими-то объездами, ни поворотов, ничего нету. Рекомендуют повернуть. Я почти до Магадана доехал на Map.me навигационной системе. Ну, естественно, основным был Яндекс.Навигатор, который более-менее вел по трассе R504. Map.me здорово в этом плане поступил. Здорово. Поэтому, если кто-то поедет в Магадан на автомобиле, ориентироваться на трассе Лена и на трассе Колыма. На дорожные указатели, на дорожные знаки. Почему еще вчера остановился так рано? Потому что, видать, накопилась усталость какая-то. И чувствовал, что начинает клонить в сон. Когда перебрасывал видео на внешний носитель, на жесткий диск, несколько раз вырубился. Ну, кратковременно уснул. Догоняет фура. Чуть-чуть подстраиваю экспозицию.
Vision, который идет сейчас, съемка фронтальная, это видеть, отправляясь в поездку, состояние дорожного полотна основное, ну и инфраструктура. Yeah, it's